Министр финансов Греции Янис Варуфакис оказался в центре сразу нескольких событий, которые можно назвать скандалами. Французский журнал «Пари Матч» опубликовал интервью с министром, а также фотографии, сделанные дома его жены в одном из самых престижных районов Афин с видом на Акрополь. В социальных сетях сочли это несколько неподобающим, особенно на фоне заявлений самого Варуфакиса о гуманитарном кризисе в Греции. Министр заявил, что тоже огорчен стилем фотографий. Греки, впрочем, по большей части поддержали харизматичного политика. Это его личное дело, в конце концов. Он отлично выглядит, у него прекрасная жена. Что не так? Его нужно судить по его делам, а не по стилю жизни. Мы все ждем, что наша жизнь станет лучше. В итоге будут иметь значение результаты его деятельности как политика. Я считаю, что для политика неприемлемо выставлять свою личную жизнь на показ вот так. В понедельник немецкие СМИ нашли еще одну компрометирующую запись. Варуфакис показывает Германии средний палец. Он предлагает Греции объявить дефолт и отправить кредиторов по указанному адресу. Правда, съемка была сделана в 2013 году, когда Янис Варуфакис еще не был официальным лицом. Так или иначе, сам министр заявил, что видео — подделка.